Пока в водоеме есть жизнь, не все потеряно. Принято считать, что лягушки любят чистую воду. Но это лишь видимая, точнее, больше слышимая часть экосистемы. Здесь живут змеи, водится рыба, черепаха оглядывается по сторонам. В размеренную жизнь вмешались добровольцы с добрыми намерениями. Это уже не ручей, а так называемая малая река Мажипсин. Она протекает через Цибанабалку. Дома и пансионаты, расположенные на верхней дороге и Пионерском проспекте, на берегу и в воде масса предметов, которые когда-то были нужны человеку. Мешки для мусора наполняются быстро. Мне интересно, как развивается природа и как она портится, то есть влияние человека на окружающую среду, то есть что сделал человек, чтобы докатилось до такого состояния, и что должен сделать человек, чтобы вернуться к изначальному состоянию. С 5 класса попала на олимпиаду по экологии, мне понравилось, и пошло-поехало. Татьяна Кадникова из села Супсех учится в 11-й школе. Экология для нее хобби с прицелом на основную профессию в будущем. По ее мнению, данный случай не смертелен, если, конечно, его лечить, чем и заняты добровольцы. Это будет долго, сложно, муторно. Но можно. Делать уборки хотя бы раз в месяц, то в ближайшие 2-3 года. Единственная проблема – это люди и мусор, который они оставляют. Здесь 14 человек – добровольцев и представителей молодежного центра «21 век». Вторая группа – в районе плавни реки Анапка, вместе с волонтерами серебряного возраста. Экологический десант города-курорта мобилен и легок на подъем. Вот вчера к вечеру поступило задание, написали в группе, и уже сегодня знали точное количество, кто придет. Движение вот по сравнению с прошлыми годами 16 года очень активно действует. Ребята желают вступить в ряды волонтеров. Уже выдано более 400 волонтерских книжек, и экология – одна из стратегических точек приложения усилий. С января добровольцы уже дважды выходили на высокий берег. Обычно в год проходит не менее десятка акций. Их основная задача – не просто сделать берег чище, но и обратить внимание на проблему, которую не решить силами только добровольцев. Каждая акция, как своеобразное обращение, адресована предпринимателям, а также жителям и гостям. Установить урну и обеспечить вывоз мусора не так дорого, а донести до нее бутылку или банку не так долго. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.